Начинается очередной этап реставрации церкви Преображения Господня в селе Остров. Построенная в XVI веке, она является всемирно известным образцом русского зодчества. В 2014 году здесь уже проводились масштабные работы по укреплению фундамента храма и несущих конструкций. Вновь вокруг стен сооружения рабочие устанавливают леса. Церковь Преображения Господня – государственный памятник архитектуры. Работы по реставрации здесь будут проводиться за счет федерального бюджета. Они продлятся до конца года. Во время проведения реставрации храм будет открыт для свободного посещения, а службы будут проходить согласно расписанию. Последний раз реставрация церкви проводилась в 2017 году. В главном храме, а также в галерее, соединяющей пределы, проводились работы по прокладке отопительных систем, утеплению перекрытий и замене старых окон на новые.